Первый съезд товаропроизводителей и руководителей розничных магазинов и сетей Забайкальского края прошел в Чите. В его работе приняли участие представители бизнес-сообщества и органов власти из 16 муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, 102 производителя местной продукции, руководители 8 крупных торговых сетей, 80 предпринимателей в сфере розничной торговли. Открывая съезд, вице-премьер правительства Забайкальского края, министр экономического развития Сергей Новиченко подчеркнул актуальность проведения мероприятий. Востребованность в этом мероприятии была давно, потому что, встречаясь даже там в районах жителями нашего края, есть востребованность, есть желание покупать наши, забайкальские. И второй момент, который очень важен, то, что и наша розничная торговая сеть тоже стала задаваться вопросом, где получить качественное, где получить недорогое, не будем говорить дешевое, будем говорить недорогое, и как можно получить забайкальское. Генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Александр Бирюков уточнил, что по итогам первого форума «Инвестируй в Забайкалье» решались вопросы реализации местной продукции. Это открытие фермерского рынка. Сейчас он набирает обороты, и мы столкнулись со следующей проблемой. То есть наши товаропроизводители готовы производить продукцию, но они не готовы ее продавать. У них нет возможности выставить своего продавца даже на рынке. Они недостаточно красиво, хорошо и грамотно упаковывают, преподносят эту продукцию. Это вторая проблема, с которой мы столкнулись. Сегодня как раз представитель корпорации Забайкальского края, руководитель регионального центра инжиниринга, скажет о тех возможностях, которые государство готово предоставить нашим товаропроизводителям. Но в первую очередь это брендирование продукции. То есть вот как раз упаковка, разработка бренда, этикетки. Региональный центр инжиниринга, он не разрабатывает это, но мы готовы софинансировать до 90% затрат предпринимателей. Одна из задач, которая стояла перед организаторами съезда, подсказать забайкальским производителям, как правильно входить в торговые сети, как готовить товары, вести переговоры. Участникам съезда была представлена аналитическая информация о том, какие сегменты рынка не заняты и могут быть перспективны для развития, а также о самых популярных направлениях работы местных товаропроизводителей. Татьяна Салихова, Людмила Меркутова, Николай Шунков, ЗапТВ.